Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Поехали дальше играть за растения. Так, шутки в стороны, и у нас с вами ржавый болт. Ну что же, я оставляю здесь бабаха, и мы будем смотреть. Почему я его назвал ржавый болт, если это разряд? А какая разница? Главное, что он ржавый. Слушай, ну вот это, наверное, поменяем с тобой. Твою ж налево. А что-нибудь послабже есть? Походу, дела нету. Ладно, что дали, тем будем играть. Так, здоровье превыше всего. Во время этой миссии каждый герой получает плюс 2 единицы здоровья в начале хода. Даже так? 2 единицы здоровья в начале хода. Ну ладно, давай попробуем. 2 в лицо. Но это не страшно, потому что мы с вами восстановим здоровье, я так понимаю, да? Да, он восстанавливается, соответственно, я тоже буду восстанавливать. Так, вопрос, что нам дальше сделать? Мне придется просто пропустить тупо ход. Ай-яй-яй-яй-яй, сумоист. Я почему-то этому не удивлен. Вот даже как делает. Ладно. Кого нам с тобой поставить-то следующим? Угу. Груша. Ну, я, наверное, поставлю ягоду. Сделаем с тобой вот так вот. Посмотрим, будет он уничтожать. Вытягивание карты, да, будешь заниматься? Хорошо. Так, опять по нам попали. Мы, наверное, с тобой... Давай вот так вот сделаем. Так, ягодка моя получает 4 к атаке. Орех у нас с тобой есть. Так, он опять тут со своими надгробиями. Ну, давай я вот так сделаю. Кто там у тебя появляется, а? Понял. Понижаешь атаку, да, мои ягоди? Вот такой он жук. И еще минус 3. Вообще оставляет без атаки, представляешь? Но это не страшно, как только получим урон, сразу мы получим и атаку. Ну-ка. Опа, 4-4, замечательно. Вишневая бомба. Ой-ой-ой-ой-ой, зачем ты сюда вышел, а? Вот объясни мне, пожалуйста. Нафига ты здесь нужен? Как бы нам его прижучить, а? Вот объясни-ка мне. Можно, конечно, сделать... Вот так, для начала. Ну и ко всему прочему поставить, например, кактус. Давай проверять. Так, отражение урона. Так, этого сумоиста уничтожаем. И кактус, в принципе, уничтожит вот этого хорька. Нормуль, пока все хорошо, все под контролем. Еще одна ягода у нас. Так, что он делает? Он повесил всем безумие, да? Ну уж нет, парень. Этого нам не нужно. Поехали. 2. Сейчас у него блок срабатывает. Ты смотри, что делает. Ему достается именно то заклинание, которое нужно, да? Чтобы уничтожить именно мою ягоду. Я на нее рассчитывал, может быть. Так, смотри, что делает. Добором карт занимается. Этого менеджера надо как-то нам убрать. Я поставлю, наверное, сюда ягоду. И поставим с тобой, наверное, фонарь. А вот это плохо. Уничтожает растение 2 или меньше. Буржуй, а? Уничтожает мне все ягоды. 2 или меньше. Ты прикинь, валунов набрал сколько, а? Ну, хорек. И еще добирает карты себе, представляешь? Так, ладно, я сюда, наверное, фонарь сейчас передвину. Передвину фонарик. А хотя... Да нет, придется. Так, тут фотограф вылез. Еще этот чудик. Воу-воу-воу-воу. Слишком круто как-то ты тут навыставлял-то, а? Парнишка, это не кажется? Ну и как мне теперь быть? Ну, если я даже поставлю, например,
Вот так. Этого уберем, точнее, этого не уберем. Просто отражение сделаем. Вот кто меня бесит. Вот этот вот хорек. До этого тоже надо как-то гаденыша убирать. Так, ну что, делаем с тобой вот таким вот образом, да? Это раз. И вот так вот. Нам надо полюбаську вот этого чудика убрать отсюда, чтобы он тут не мешал нам. Что там у него? Опять может что-то там применять. Так, 3-2. Ну, этого мы убьем. Этот, конечно, нам сейчас зарядит. Так, и вот с этим обмен. Единственная проблема, что у нас с тобой карт вообще нету. Я даже не знаю. Ага. Вот что нам с тобой достается. Как же ты запарил, а? Давай сделаем вот так вот. Ну и вот так, к примеру. У меня больше нечего, друзья мои, ставить. Да ты запарил уже. Сколько у тебя этих заклинаний-то? Сколько ты их там набрал-то себе, а? Размещает зомби-астронавта. Давай-давай-давай. Трать все карты, трать. На тебе. А почему здесь никто не появился? Объясни-ка мне. Что это за чудеса такие? Что-то странно как-то. Ну и что-то выпался здесь. Так, орех. Ну давай, давай сделаем. Сейчас 3-3, да, будет, по-моему, прокачается этот чудик. Окей, а если мы с тобой вот так сделаем? А ну-ка проверим. Кому он хочет понизить атаку? Ему? Ладно, фиг с ним. Ах ты, гад, уничтожает мне этого и вот этого, да? Ну, гаденыш, а? Ну, ты посмотри на него. Но у него с картами тоже там проблема. Если ты еще не заметил. У меня их нету, но у него тоже там последняя осталась. Так что, может быть, еще все-таки победа будет за нами. Еще одну мину мне дали. Он, кстати, никого не выставляет. Поехали тогда. Так. Всего лишь 9 хп у него остается. Но у него сработает защита на следующем ударе. Неплохую карту мне дали в данный момент. Ну, что он там выставляет? Опять надгробие? Перемещает. Ну и кого ты там перемещаешь? Молодец, спасибо. Так, поехали. Зомби получает плюс 5 к здоровью. То есть он еще и выживет. Это, конечно, плохо. Так бы ему неплохо прилетело бы в лицо. Еще одну мину мне дали. Потихоньку восстанавливает себе здоровье. Давай вот так вот сделаем. Поехали. 3 в лицо. Вот нам бы сбить последнюю защиту ему, и все было бы замечательно. Ух ты, маленькую дали амфибию мне. Ну что, ставим на воду, наверное, да? И поехали. А, зомби-астронавта размещает. Ну, ему крышка, ребят. Чё? Ах ты, жулик ты. Смотри, что сделал, а. Блин, он мне так потихоньку разбомбит всех. Ну, наконец-то, хоть что-то дали путевое. Давай, кокосовый король, ты нам здесь должен помочь. Вот таким вот образом. Я не удивлюсь, если у него еще будет спрей. Нет, никакого спрея у него нету. Он просто размещает зомби-астронавта. Так. Ну и что у тебя там? 6 единиц. Ага, восстанавливает здоровье. У ржавого разряда такой же скилл, да, как у кого? У разгрома. Оу. Ну это же вообще чудно. Смотри, ягодка. Сейчас мы своих растений маленечко на атаку прокачаем. Так, этого можно нанести 5 единиц урона? Можно. Ну что, понеслась?
принципе, ему крышка должна быть. Да, ребята, отлично мы с вами прокрутили этот вариантик. Все у нас отлично получилось. И, как говорится, бабах меня не подвел, за что ему отдельное спасибо. Так, ну а мы с вами двигаемся дальше и смотрим, кто у нас будет здесь. А будет у нас замех собственной персоны. То есть сегодня какая-то у нас игра будет чисто на этих... на механиках, да? Ну что, я, наверное... шипастую лужайку оставлю. Вот этот вот заменю. Орех. Ай-яй-яй, плохо. Тогда оставлю как есть. А то только хуже сделаю. Так, а что у нас будет? Ага. Это весь раунд будет у нас, ребята, вот эта вот хилка с вами работать. Что, бомбанем, наверное, его, да, сразу же? Чтобы он тут не мешался под ногами. Дальше нам надо с тобой шипастую лужайку выставлять. По идее. Интересно, даже никого не стал выставлять. А это, кстати, специально. Это специально все сделано. Ладно. Мы сюда с тобой, наверное, поставим фонарь. Опачки. Нет, ребята, отменяется фонарь. Хотя, почему отменяется? Блин, я его все равно подбить не смогу, да? Мину, что ли, выставить? Ладно, попробуем так сделать. Хотя, знаешь что, нам надо было все-таки на ландшафте ставить. От этого больше толку было бы. Ну, кто там у тебя следующий? Ну, он прокачивается, конечно же. Вот этот чудик 2-2 становится. Еще одного такого же, а? Партизана вызвал. Ну, я тогда сделаю вот так. Посмотрим. Что там наносит 3 единицы урона? Ну, ты посмотри, а. Ну, ты посмотри, что творит. Все-то у него есть, а. Так, ладно, еще 2 в лицо. А что нам дальше здесь замутить? Сейчас посмотрим, что он будет выставлять. Во-первых, этот прокачивается, гаденыш, да? 3-3, этот становится 2-5. Воу-воу-воу, тихо-тихо, разыграли тут партию. Фига у них тут прокачка-то пошла. Это не шутки уже, на самом деле. Далеко не шутки. Ты. Я даже не знаю, за что хвататься. Ну, предположим, я сделаю ее вот так. Поехали. Мы с тобой получим сейчас 4 в лицо и еще здесь, да? Еще 3. Офигеть. Блин, это, конечно, хорошо. Кукуруза, но... Слушай, он задолбал прокачивать, а? Еще и мумия здесь вылезла. Ну что, нам надо с тобой делать, наверное, эволюцию. Поехали. Ну хоть как-то защищаться надо, понимаешь? Так, окей. Не добили, да? Давай вот так вот сделаем. Мне вот этого нужно шлепнуть как можно быстрее. Иначе он будет сейчас прокачиваться. Нереально как-то получается все. Кстати, нам вот этот вот чудик здесь уже не нужен. Вот что я хотел сказать. Так, ну что, мумию мы, наверное, с тобой прикокошим. Как вот здесь-то быть, а? Никаких вариантов просто нету. Сейчас кого-то уберет, все зомби получают 2 плюс 2. Короче, эту партию мы с тобой сфейлились, это 100%. Ты сам посмотри, что тут происходит. И все вот из-за этих гаденышей пошло. Значит, сейчас будем с тобой брать определенные карты, которые будут уничтожать сразу же вот этих вот шкедов. Так, 9-6. Опа, еще неуязвимость вешает всем. Замечательно. Ну, лучше не придумаешь просто. Тут уже абсолютно мне ничего не поможет.
Мне тут уже ничего не поможет. Тут надо оперировать. Это однозначно. Надгробия. Короче, он не использует здесь никакие надгробия. Поэтому мы их тоже отсюда будем с собой убирать. Надо будет что-то менять. Что там зомби получает? Плюс 3 к атаке. Офигеть. Сейчас нас укокошат. Ну, не сейчас, так на следующем ходу так обязательно будет. Так, ну, вишневую бомбу дали мне. Ну, а толку-то от нее? Ну, смотри, он прокачался как. Естественно, от этого уже ничего тебе не поможет. Хотя, посмотри-ка, есть у него все-таки надгробие. И кто там был? Гаргантюа, ты прикинь, стоял. Ну, сейчас 10 в лицо нам сразу же прилетит. И крышка. Так, ладно, с тобой убираем мы этого могилоеда, или как его звать. И меняем на кого-нибудь более-менее подходящего для этой, именно для этой игры. Давай смотреть. Так, шипастая остается, это остается. Вот это вот мы с тобой уберем одного. Вот этого тоже уберем. Так, что у нас тут дальше? Остальное, в принципе, годится. Что мы можем с тобой сделать, чтобы уничтожать сразу растения? Вот, ой, зомбарей первых уровней. А мне и поставить нечего. Особого такого ничего нету. А подбить его обязательно нужно, иначе будет там уже лютая прокачка. Я могу только взять вот эти вот, если снарядики банановые, и все. Шипастая лужайка у меня только одна, а мне, наверное, надо будет еще взять одну. Крокодильчик здесь, скорее всего, нам не понадобится. Так, вот насчет вот этого я что-то сомневаюсь маленько. Орех. Орех, может быть, взять. Так, а это что у нас такое? Можно глянуть? Так, растение здесь поблизости получает плюс 2. Это как бы хорошо, но не в данном случае, это не для меня. Мины. Слушай, ребят, не знаю, что еще тут можно влепить. Создание копии разыгрываемого растения. Может быть, взять имитатора, попробовать его хоть разочек, как он вообще действует. Ладно, возьму песика этого. Он у нас охотник, пускай преследует. Что такое, подожди-ка. А, у меня перебор по картам. Надо кого-то убрать. И кого? Наверное, вот этот вот стручок. Ну что, ребят, попробуем. Ну, если сейчас не получится, нам вообще придется тогда выбирать, видимо, другого героя. Есть там на примете, да? Капитан Огонек. Или еще кто-нибудь. Так, ну вот это убираем однозначно. Здесь кокосового короля тоже убираем. Ну, вот так оставим. Я хочу вот поставить вот эту вот, ребята, дорожку, вот этот ландшафт с бессмертием, с неуязвимостью. Он нам пригодится. Так. Вот он делает, как будто знает, да, что у меня вот будет то-то, то-то. Давай, обмен так обмен. Зато 4 в лицо не получим. Так, что он там дальше сделает? Будет своих спортсменов этих вызывать, скорее всего, да? Нет, ничего не стал. Ну ладно, амфибия у меня на воде. Опять что-то терпит. Что-то он там ждет, выжидает, как всегда. Наносит 2 единицы урона. Понял? Так вот, бамс, и все. Как будто никакой амфибии здесь и не было в помине. Ага. Вот ты как, да? Ну, а мы тогда сделаем вот такую штуку заранее. Я надеюсь, он мне не перебьет мой ландшафт. Не хотелось бы. Так, что нам сюда влепить? Ну мы можем... Твою же налево, блин. Ну зачем ты этого гаденыша сюда поставил, а?
поставить мину. Ну, как вариант, да? И, например, вот этого чудика. Поехали. Так, уничтожили. Этому урон нанесли. Так, 4-4 становится, да? Ах, у него еще и безумие. Могила Ед выпал. Кто там? Блин, мумия, что ли? Ну, точно мумия. Мумию мы с тобой, наверное, вот так вот уничтожать будем. Ей здесь делать нечего, ей никто не рад. Окей. Вот с этим что делать, а? Вот объясни мне, пожалуйста. Нам его нужно шлепнуть как можно быстрее. Так, тут тоже, тут может быть сумоис, кстати. В этом тоже не стоит забывать, ну-ка. И вот так с тобой сделаем. Кто у него там был, а? Гаргантюа сидел, ты представляешь? У него там сидел Гаргантюа. Так, этого мы с тобой сейчас уничтожим, зомби. Да-да-да, именно так. И у него остается 9 хп. Игра, как говорится, накаляется. Да иди ты в пень. Мы тебя сейчас ушатаем. В плане 2. Какие 2, блин? Ну-ка, давай одну шлепнем с тобой. Так, 11 хп, да, всего лишь? 7. Блин, 10. Эх, не хватит нам пробить. Буквально одной единички. Ладно, давай будем надеяться на лучшее. 3 хпшки. Ага, вызвал. А кому ты собираешься крит атаку-то повышать, а? Вот ты куда мотанулся. Ну что же, мы можем с тобой переместить растение, да? Либо выставить орех вот сюда. У него всего 3 энергии. Смотри, какая благодать выпала. Так, смотрим. Ну все, ребята, ему крышка. Хотя нет, нет. У него сейчас в плане. Я думал, у него сработает блокировка. Тогда все намного проще. Победили за меха. Вот что значит вовремя поменять состав своей колоды, да? Именно то, что нужно выбрать. Ну а мы с вами переходим на третий бой. И у нас опять же ржавый разряд. Твою же налево. А он же, по-моему, применяет надгробие, да? А я все поменял. Ладушки, посмотрим, как тут все это дело пойдет. Оставляем все как есть. Ничего менять пока не будем. И первый ход есть, и второй. В общем, все отлично. Ну, разрядик, что-то там. Что-то там для меня подготовил. Ничего. Ну, тогда я начну, наверное, первый. Вызовем с тобой собачку, да? Охотника. Пускай будет здесь пока стоять. Кого он там будет? Зомби-астронавта, естественно, мы его сразу перехватываем. Опа-на. Ладушки. Вот таких собачек бы побольше, и было бы хорошо. Так, 3 единицы энергии. Ну, я выставлю, например, ягоду сюда. А он опять астронавта. Как-то фанат своих астронавтов этих. Ладно, 2 в лицо, это не критично. Мы с тобой восстановим здоровье. Еще одна ягода. Ага. Тихо, тихо, тихо. Понавыползало тут всякого хлама. Ну, давай я сделаю вот так. Ну и, например, так. Ну и кому ты собирался понизить атаку, а? Олух. Промашечка у тебя получилась, парень. Да-да, промашечка. Так, 4-6, это уже радует. Выпала кукуруза. Блин, как не вовремя, а? Ну как не вовремя ты выполз тут, а? Ну что нам делать? Нам надо нанести 3 урона, да? И плюс еще 2. Вот таким вот образом. Ну а дальше делаем разборки. Так, этого хмыря уничтожаем. Вот эта ягода у меня простаивает. 8-4. Вот сейчас ему не понравится вот эта ягода. Ой, не понравится, как он сейчас будет там локти кусать. Ты смотри, что творит, а? Вот, ты посмотри, что он творит.
Ну, давай я так сделаю, наверное. И вот так. У него одна единица энергии. Сейчас может что-нибудь здесь. Ага. Потратил, да, значит, все-таки. Ладно, этого уничтожаем. Вот с этим надо будет еще разобраться. Будем, наверное, через кукурузу разбираться. Ну, кого он там будет выставлять? Блин, ну почему? Почему он именно этого поставил сюда, а? Так. Как бы нам тут лучше с тобой сделать-то? Ну, давай так. Поехали. Сумоист, а? Убирает, наверное, свеклу? Нет, ягоду убрал. Хм. Немножко странно. Мина. Достается на мина. Я ее поставлю вот сюда. Бабахнули. Да, вот этого гаденыша надо как-то нам с тобой убрать. Вопрос как? Ну, если я поставлю сюда кактус, он нанесет урон, насколько мы знаем, да? Давай посмотрим. Нанесет урон, и ягода моя. Да чтоб тебя, а, ну. С картами у него проблема, причем огромная. Так. Давай, два в лицо. Нормуль. Пока все очень даже неплохо. Выпадает маленькая амфибия нам. Так, начинается добор карт. Блин, всем, да, ставит? Ну, понятно, всем все поставил, а мы тогда делаем с тобой вот так. Тотальное уничтожение. На-ка. Кто здесь появится? 3-6. Воу-воу-воу. Слушай, по-моему, это самый имбовый чувак. Так. Что-то он там будет, по-моему, делать, да? Ага. Слушай, нам нужно его ушатать. Как нам ушатать его? Объясни-ка мне. Так, что он там? Зомби-фотографа вызвал. Ну, а у нас как вариант... Слушай, у нас как вариант мы можем с тобой вот так сделать. И поставить сюда маленькую амфибию. Что там у него? Ага, во время этого приема может вызывать зомби? Ну ладно, давай посмотрим, кто кого. Так, этого мы с тобой тоже сейчас шлепнем. Опа! Сработала защита, он восстанавливает себе 6 единиц здоровья. Боится, а у нас смотри, кто есть. Мы сейчас его поставим, да? И у нас будет дополнительная защита. И у нас с тобой еще одно надгробие появилось. Окей, давай посмотрим, кто же у тебя тут. Понизит атаку. Кому? Здесь? Естественно, кому же еще? И сумоист. Ну, сумоист никого не сможет сдвинуть, поэтому, ребята, по-моему, его песенка спета. Хотя нет. Немножечко еще поживет. Одной единички не хватает урона. И мне некуда выставить мою ягоду. Так бы просто напрямую сейчас звезданули бы, да и все. Ну и так ему крышка. Даже этот зомби-астронавт ему не поможет. Так что ржавый шуруп-разряд, можешь отдыхать. Никто тебе ничто здесь не поможет. Ну, я считаю, неплохо сегодня было. Ребят, давайте смотреть дальше, что у нас там будет. Какой следующий у нас будет противник? А, заразительное сальце. Ну что, готовимся к атаке танцевальных зомби. Наверное, пока вот так оставим с тобой, да? В принципе, и кактус неплохо, да? И ягода вот эта вот. Я понял, что здоровье там все это как обычно. А он размещает двух подтанцовщиков, причем сразу же. Не церемония с нисколечко, да? А такой он жук. Так, мы можем с тобой песика вызвать.
Воу-воу-воу-воу, тихо. Так, ну что, будем обмен делать. Это оптимальный вариант. Давай я, наверное, все-таки уничтожу. Так будет поэффективнее. Кокосовый король нам выпал, отлично. Так, ну что, будем ягоду... Да ё-моё, а, ну ты посмотри. Смотри, что делает. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой... Что он там делает? Начало хода, все танцующие зомби получают плюс 2. Ну, этого я не имею права позволить. Согласись-ка. У него 1 единица энергии. Что он там сейчас будет? Наносит 2 единицы урона. Вот так вот он делает. Нам нужно уничтожить вот эту вот чувырлу. 4-3. Зашибись. Да ну хорош. Хочет прокачать, блин. Ну давай я вот так вот сделаю. Посмотрим. Отлично. Так, давай-давай, уничтожаем эту акробатку. 3 в лицо нам, да, все равно получается. Хорошо. Как тусенок выпадает. Ну вот кто там, я фиг его знает, кто у него там сидит. Я могу только лишь вот так сделать. Кактус и ягоду. Воу-воу-воу-воу. Потише, малыш. Так, мы 4-7 и в лицо. Вот это, кстати, неплохой вариант, да? Когда кактус бомбит, ягода сразу прокачивается. Так, а теперь кокосовый король. Давай так сделаем. Опачки. Потом у нас есть... Ах ты, гад, уничтожай. У нас есть с тобой вот эта вот ягода. Потом применим. И все наши будут орехи с атакой. Да ты запарил уже со своими танцами-шманцами, а? Здесь вызвал зомби, да? Хорошо, я тогда сделаю вот так вот. И вот так. Чтоб тебе было неповадно. Поехали. Чё там? Всем растениям 2 единицы наносит. От гад, а? Вот это гад. Самый настоящий. Ну-ка давай тогда вот так, назло ему. Так, сейчас у него еще сработает защита. Нет, смотри-ка, не сработало пока. Ягодка, да, выпадает. Ну, началось, началось. Давай я, наверное, сюда поставлю ягоду. И сюда росточек. Поехали. 2 в лицо, да, дает нам? А, вот он как. Все карты по... Фу, лошара, все карты потратил. Ну все, ему крышка, ребят. Ему будет сейчас крышка. Так, уничтожаем. Здесь, конечно, кокосовый король немножко пострадал. Что там у тебя выпадает? Ах ты, гад, ну как же ты... Как он выкручивается, а? Ты посмотри. Просто на последних микронах, а, выживает. Шипастая лужайка. Ну что, он там выстрелит что-нибудь? Ага, я понял. Мы с тобой сделаем вот таким образом. И вот таким. Поехали. Так, ну этот не успеет даже бомбануть. Его шипы сидят. 11 хп у него остается. Блин, могилоед. Вот ты как раз тут не вовремя, если честно. Давай сюда поставим тебя. Поехали. Что там у него? -1, -1. Хиляется, да? Это, по-моему, бесполезно уже. Дай мне хорошую путевую карту. Блин, ну какой микс? Ну какой, блин, может быть сейчас микс? Да-да-да, ага. Вышел, явился, не запылился. Погнали, уничтожаем его. И 5 в лицо. Правда, сработает, скорее всего, защита.
Да, на следующий удар у него сработает защита. Слушай, у нас есть твой атакующий заклинание. Так что если он кого-то будет вызывать... Ах ты, гад, а. Ну ты посмотри. Ладно, все равно мы тебя пробьем. Наносит 3 единицы урона растению. Всех бомбит, а. Угу, надгробие призвал. Ладно. Кто там у него? Оу, нет, 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 нет. Блин. Танцовщики, а. Ну что, нам нужно его уничтожать. Нам надо будет обязательно его уничтожить. Иначе нам тут будет кранты. Как бы лучше сделать-то? Я не буду пока тратить. Оставим с тобой. Выпадает нам орех. Короче, этого сейчас уничтожаем заклинанием. Вот таким вот. Сюда поставим с тобой орех. Так, смотрим, что он выпадает. О, отлично. Ваши орехи получают плюс 2. Как говорится, единица здоровья, да? Вообще отлично. Ну и смотрим. Че он там опять? Минус 1. Пс, да ради бога. Ради бога. Ему все, да? А нет, опять он выживает. Посмотри, не хватает нам буквально чуть-чуть. Но у нас нет защиты. Ягодка выпала. Опять надгробие, а? Ладно, давай уничтожим этого танцора. И мину я поставлю вот сюда. Я не знаю, кто там будет. Поэтому для подстраховки. Ха-ха-ха. Ну все, теперь крышка. 3. Там его даже защита не спасет. Не-не-не-не, парень, не спасет тебя это. Даже не мечтай. В плане, опять он выжил. Да как он умудряется-то, а? Каким образом у него это получается? Опять тут свое надгробие взял. Короче, давай не будем тут церемониться. Ну давай, давай, давай. Один по любасику сюда попадет. Ему крышка. Все равно мы успеем атаковать. Поехали. Да, орех уничтожит, тут не поспоришь. А вот тут вот крышка. Все, ребята. Слишком долгий был бой, конечно, с этой сальсой заразительной. Но довольно интересный. Ну что же, мы с тобой переходим на последний поединок. И это у нас будет... Это у нас будет с тобой опять ржавый разряд. Да что ты делаешь-то, Рэй? Ну хорош. И мне кажется, что здесь какое-то ему сделают преимущество. Так, давай-ка мы, наверное, вот это вот уберем. Кактус, кактус, кактус. Я даже не знаю. Уберем, наверное, тоже. И вот здесь заменим. Не очень, конечно, хороший подбор у нас в руку упал. Так, в этой битве ржавый разряд использует новейший The Gadget. Он начинает игру с плюс 10 единицами здоровья и одной картой. Понятно, все-таки ему дают привилегии. Как ни крути. Ладно, первый бой у нас будет, как сказать, проверочный, да? Нам нужно будет глянуть, какие у него там карты, что он будет выставлять. Ну, оттуда уже будем делать определенные выводы. Так, что он будет лепить что-нибудь? Нет, он что-то выжидает. Ага, вот он как делает. Ну, давай сюда мы поставим с тобой мину. Сумоист, а, он уберет сейчас мне мину же, конечно. Конечно же, он мину сдвинет. Ну, ладно, хмыреныш. Так, у нас есть амфибия. Плюс 4. Так, а мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Так. И вот так. Надеюсь, он не уничтожит мне малыша моего. Да, это было наивно думать об этом, что он не уничтожит. Конечно, уничтожит, ё-моё. Как ты достал. Вместо разыгрывания зомби можно вытягивать карту.
Офигеть. Так, 4 энергии. Ну вот что тут сделать? Блин, он начинает опять за свое. Короче, ребят, я выставляю, наверное... Да, вот так сделаем. Ага. Хорошо, что я никого не стал выставлять. То есть 4 в лицо нам сейчас прилетит. Это не критично. Так, ну что? Сейчас мы с тобой сделаем... Твою ж налево. Сюда как раз нам пригодится вот эта вот мина. Он немножко мне планы, конечно, испортил. Ну да ничего. Так, а вот здесь мы с тобой вот таким вот образом делаем. Ну-ка, посмотрим. Давайте, 4 в лицо, отлично. Так, этого уничтожаем. Ух, слушай, довольно ничего получается пока. Он будет, конечно, уничтожать меня, эти груши. Каким образом, я пока не знаю, но 100% это будет делать. Мы с тобой вытягиваем, ага, водяной орех. С атакой 3. С атакой 3, да, значит. И 8 хп. Ну-ка, смотрим. Ага, беспилотника. Блин, мощного выстрела беспилотника-то. 6-5. Так, этого уничтожаем. 6 в лицо получаем, это, конечно, плохо. У нас с тобой есть ананасовая бомба. Мы можем его подорвать к ядрене фении. Как вариант, да? Ну только тебя здесь не хватало, а? Ну нафига вот он тут появился, вот объясни мне. Так, ну ладно, этого мы с тобой шваркнем. Превращает случайное растение и вытягиваем карту. Так, почему я не могу здесь мину поставить, интересно, а? Хм, ну ладно, поехали. Куда ты разместишь-то? Куда ты разместишь? Ага, разогнался. Ах, вот ты как. Ну, ладно. Это твое дело. Это даже лучше. Кто там появится? Ну-ка, покажи мне, пожалуйста. Водолаз. Я думаю, ничего страшного, да? В этом водолазе нету. С разбитой маской. Водоплавающей. Так, при использовании приема. Это все понятно. Слушай, а может быть нам с тобой вот это вот поменять, а? Вдруг что-нибудь прикольное у нас тут сделается. О! А что он делает? Да подожди ты. А, рикошет еще можем сделать тебе. Давай вот это уберем. Что у нас делает? Растение здесь становится... Нет, это понятно. Мне вот этот убрал. При использовании на ландшафте рикошет зомби. Хе-хей! Окей. Мне вполне устраивает такой раскладик. Погнали. Так, сейчас он что-то применит, конечно же. Вот только что. Размещает зомби куда? А, сюда, на шипастую дорожку. Уничтожает растение. Ну ладно, ладно, давай. Блин, вот эта мина, конечно, у меня простаивает здесь. Да что там делает-то, а? Все шаманит, что-то колдует, блин. Этот прокачался, да, 4-4, как ты видишь. Так, зомби получает плюс 5. Ну это к здоровью. А почему не вот этого, интересно, он прокачал, а? Так, разобрались. Тут 5 в лицо мы получаем. Что-то люто как-то он разошелся. Так, дождик мы с собой, наверное, оставим. Как бы нам с тобой сделать-то здесь по-хитрому, а? Ну если я поставлю сюда, например, мину. Так, сюда шипы. Сюда шипы. И вот так все это дело с тобой прокачаем. Так, и кактус, наверное, сюда. Ну что, давай глянем.
Бесенка беспилотника сюда. Ради бога. Ради бога, дело твое. Готов. Так, вот здесь, конечно, немножко будет проблематично. Но на следующем ходу ему... А, уже крышка. Даже лучше, чем я ожидал. У него, конечно, карт побольше, чем у меня. Нет, 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 нет. Ну зачем? Фиг с ним, давай. Пускай здесь будет у нас... О! И кактус получил все, как говорится, что нужно. И, наверное, мы с собой сделаем еще вот так. Зачем, блин? Какая... Ты, что ты сделал? Блин, я офигею. Сюда астронавт размещает. Зачем это все ему нужно? Чем там чушь это занимается? Минус 3. Ты посмотри, что творит, а? Ладно, хорошо, что хоть не уничтожает. Просто понижает атаку. То есть мы еще сможем с тобой пережить удар. Ну, этих ушатываем. Два в лицо получаем. Угу. Так, перемещает растение. И мы с тобой вытягиваем карту. А кого нам лучше переместить? В принципе, есть идейка, да? А стоит ли нам менять? Не, давай, наверное, просто короля сместим сюда. О, минка. Шикарно. Сейчас мы ему тут навтыкаем по полной программе. На тебе. Вот этот паршивец бесявил, который на воде. Мне его даже никак не подбить, понимаешь? Стоит там, наслаждается жизнью. Давай просто бомбанем маленечко, да и все. Так, 4 карты у него. Как ты запарил своими этими беспилотниками? Ну вот серьезно. Смотри. Одного за другим выставляет. Все, закончилась, ребята, у него защита, как ты видишь. И теперь будет получать по полной программе от нас. Что у нас здесь? Окей. Что бы нам тут... Да ничего мы пока не будем делать. Сохраним на будущее, вдруг нам потом пригодится. Так, ага. Вот такие только зомби у тебя остались, я так понимаю, да? Но это нам не нужно, поэтому убираем. Поехали. Ага, навтыкали, навтыкали. Уничтожили, два в лицо получили. Кактус нам достается с тобой. Угу. Но нам его невыгодно ставить, потому что мы взорвем свою же мину. Нам выгодно просто вот этого уничтожить. И спокойненько его разбирать. Все, ребята. Ржавый разряд повержен. И я нас с этим поздравляю. Отличный был бой. Мне понравилось, все у нас хорошо выпало. Все удачно так сопоставилось. И в принципе даже не вспотел. Ожившие бесята. Это будет нас ожидать уже в следующей серии. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.